До нашої студії завітала тренер з інтелекту Оксана Шевчук. Тож давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що таке словесна імпровізація і для чого вона взагалі нам потрібна. Чи вона є такою корисною? Добре. Доброе утро. Поздравляю всех с началом новой недели. И самое интересное, что это последняя неделя зимы. Наконец-то придет весна. Да. Будем оце верить. Судячи з того снежку, что на улице якраз так по-весняному, все по-весняному. Да. Ну что же, словесная импровизация – это действительно очень полезный и важный навык. Во-первых, что это такое? Это возможность, способность, вернее, говорить на любую тему, независимо от того, где это происходит. Возможно, это какое-то выступление, вы забыли тему. Возможно, вам нужно выступить перед своими коллегами, рассказать что-то. Или, может быть, даже вас попросили поздравить кого-то с днем рождения неожиданно. Может быть, вы пришли на какую-то встречу, да, вот такой вот светский раунд, и все так вот общаются на какие-то интересные разные темы. Кто-то обсуждает картины, кто-то обсуждает еще что-то, историю. И если вы владеете этим навыком, то вам легко будет поддержать эту беседу. Также навык словесной импровизации очень помогает, когда, например, в выступлении вы забыли ту тему, которую вы раскрывали. Вы можете ухватиться за какую-то мысль. Говорит, да? Моя бабушка не знала, что ей забылся. Еще и забылся, да. Да-да-да-да-да. Вот. И тут можно ухватиться за любое слово, фразу, которую раскрывали перед этим, начать раскрывать здесь и дальше вспомнить, продолжить. Также словесная импровизация, это может быть как ядро для построения, раскрытия темы более широко. Потому что для нее используются такие способы, как ассоциации, да, ассоциации, с чем связана эта тема. Поэтому владеть этим навыком, развивать вербальный интеллект очень нужно. Почему? Потому что творчество и креативность, да, умение мыслить во время своего выступления – это очень важно. И есть очень простые упражнения, которые как раз и помогают это сделать. Самое главное, что они настолько смешные и интересные, что они могут развлечь любую компанию, где бы вы ни находились. То есть вы можете приятно провести время, при этом с пользой. Да? Для этого нужно очень мало, например, взять вот такие простые карточки. Любые, да? Берем коробочку, да, можно в нее потом сложить. И нарезаете. Нарезаете карточки. И пишите любые слова, абсолютно любые, какие приходят в голову. Ну, вот у нас, да, тут самые-самые разные, совершенно. Причем, чем более они будут необычные, тем лучше, интереснее звучайно будет. Звучайно, да, да, все верно. Это существительные, причем, которые имеют какое-то значение, да, конкретные. Дальше вы берете эти слова, и каждый, ну, можно, например, один вариант этого упражнения взять, например, три слова. Вот мне попалось что? Трава. Носки, да, цікавий вот такий набір. Такий, да, набір. Вот, мікроб. Мікроб. Да, три таких вот слова. И человек, вытянувший эти три карточки, должен спонтанно подготовить речь, ну, в течение где-то 2 минут. Можно? Ну, давайте я попробую, вот, ну, давайте я как пример сейчас, да, вот попробую на эту тему. Вот три слова. Вот, и я, например, хотела бы поговорить сегодня о любви, да. И я уверена, что в нашей жизни все построено на любви, абсолютно все. И все живое, каждое живое существо, человек, животное, растение, дерево, трава, да, трава, по которой мы ходим, которую мы не замечаем, которая украшает нашу землю весной, все заслуживает любви. И несмотря на то, что трава, она просто создана для того, чтобы дарить любовь, несмотря на то, что по ней ходят, косят ее на сено, да, и как-то, может, даже не замечают, то человеку для того, чтобы построить отношения, построенные на любви, необходимо прикладывать усилия. И вот выстраивая эти отношения, да, строя любовь, мы иногда можем очень легко разрушить эти отношения. И самое интересное, что самые такие вот простые какие-то и совершенно, вроде казалось бы, не связанные и неважные вещи могут нам в этом способствовать. Например, невымытая посуда, да, там, может быть, невынесенный мусор или носки, да, носки, которые валяются где-то на полу и вот раздражают и могут привести к тому, что эти отношения могут быть разрушены. И как микробы разрушают наше тело, точно так же нам нужно следить за тем, чтобы какой-то вот такой вот душевный микроб не разрушил наши отношения. Давайте же будем сохранять любовь и стремиться к тому, чтобы каждый из нас, да, помнил о том, насколько трудно и долго мы создаем эти отношения и как это важно в мире. Взагалі супер. Все, да? То есть на самом деле такая вот речь, казалось бы, совершенно не связанная на оторванную тему.
Можно это делать проще. Например, взять одно какое-то слово, да, любое слово. Вот давайте сейчас попробуем с вами, Виктория. Из серединки. Давайте из серединки. И вот точно так же, совершенно импровизируя, мы можем развивать себя. Берег. 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 То сижу я така на берегу моря, мрію про саме чудове, прекрасне майбутнє. І думаю, як я приїду там через рік. Влаштую тут собі весілля, як відгуляю те весілля. Боже, я вже також хочу цю мрію. А тут чайки, чайки. І я така в сукенці, значить, біжу, біжу по берегу моря. По бережку, по бережку. Супер. Давайте Іні. Так, що в мене там? Конфета. Цукерка. Супер. Ой, цукерка. Чи знаєте ви, друзі, як тяжко жити цукеркам у сім'ях, де є діатез? Коли лежить вона така у скляночці і чекає, що її хтось з'їсть. Так візьме своїми цупкими ручками дитинка і відкриє так фантик одною ручкою, другою, так відкриває, дивиться і так ням-ням-ням-ням. Ні, цукерка лежить і чекає, коли до неї хтось підійде. Вона чекає, що її аромат відчує абсолютно кожну в тій родині, а її ніхто не бере. Подумайте про цукерку. Боже, якщо ви приходите історія. У гості, де ніхто їх не їсть, допоможіть цукерці стати потрібною. Чекай, я тебе сьогодні придумала. Супер, да? Насколько интересно. Что самое важное, мы тренируем не только словесную импровизацию, да, но умение креативно мыслить. Мы тут же ищем ассоциации, мы используем возможности нашего мозга, да, и он готов привязаться к чему угодно. И дальше, да, вот следующая интерпретация этого упражнения. Мы брали сейчас, ну вот я взяла три слова, да, или по одному. Можно делать по-другому, да, например, берешь первое слово, начинаешь выступать, да, там, например, вот ласточка. Говоришь о ласточке, там, да, там где-то в течение 30-40 минут... Секунд. Берешь следующее слово, причем неожиданно, да, даже не знаешь, искра. Надо связать дальше, да, вот, например, была цукерка, да, или вот у меня был, у меня конфета, да, микроб, и дальше мы говорим искра. Но это важно, то есть тут я уже знала, примерно себе построила, как я построю, да, это выступление. Тут еще более интересно, да. Поэтому, ну вот я уверена, что каждая... Встреча, да, вот каждый такой вот вечер можно украсить очень хорошо с пользой. Но это не все упражнения, которые мы можем использовать. Еще одно есть очень интересное. Упражнение буриме, я думаю, все в детстве играли, да, вот когда брали такой вот лист бумаги, кто-то писал одну какую-то записочку, да, там какую-то фразу, заворачивали, потом писал кто-то следующий, заворачивали, заворачивали, это все разворачивалось и читали, да, было очень смешно. Сейчас это можно сделать, написав историю, да, вот историю, и потом точно так же ее раскрыть и рассказать. В любой истории, в любом рассказе, в любой сказке есть четкие такие вот пошаговые вещи, которые вот всегда прослеживаются, сейчас я вам расскажу, вы это заметите. Например, в каждой истории есть главный герой, наберем сказку, да, Иван-царевич, который, да, жил где, да, то есть это главный герой. Где это происходит событие, да? Что произошло, что вдруг как-то нарушило обычное течение жизни. Да? Иван-царевич, который жил в 30-м царстве, например, жар-птица, которая вдруг в лесу начала как-то там, да, нарушать спокойствие. И он решил ее найти, да? Ему кто-то помог, да? И какое-то было препятствие, да? кульминация, главный бой, и чем это все завершилось. То есть есть вот четкие такие вот, да, вот позиции, которые важно раскрыть. Дальше. Вот нас, например, трое, да, мы можем взять лист бумаги и записать. Даже если у нас сейчас есть возможность, вот лист бумаги мы можем сделать, да? Есть. Любой лист бумаги совершенно, да? И я записываем. Знаю, что это себе. Да. Сберегаю бумажки. Записываем, да. Вот берем маркер. Первый участник игры записывает героя, придумывает, да, любого героя, абсолютно. Это может быть сказочное существо, это может быть реальный человек. Да. Тільки дивись, пельменьки – це не герої, і тортики також. У нас можуть бути пельменьки, і пельменьки, і герої. Да, дальше ми заворачуємо це, щоб я не видела. Да. Не підглядайте. Да. Я завернула, добре. Добре, да. Тепер я пишу місце, де відбувається событие. А герой мав бути один? Сколько угодно. Да? Вот сколько написал человек первый, да, столько будет героев. И мне, и мне, и мне. Дальше место. Теперь событие, которое перевернуло жизнь героя. Да. Ух.
Можно прямо так и написать. Задача. Событие, которое перевернуло жизнь героя, да, там, ну, или просто событие, да, чтобы было потом понятно человеку, которым будет интереснее всех. Он берет этот лист бумаги. Ой, и на батю так много пише. О, будет интересно. Дальше, разворачивает этот лист бумаги, смотрит, да, на то, что получилось, и дальше рассказывает историю на эту тему. Ой. То есть ему надо очень быстро все это связать, да, и рассказать, не просто прочитать, как мы в детстве, да, читали, хохотали, а вот связать это все в такой вот какой-то рассказ и рассказать, да, чтобы это было интересно. Кто ж нам буде розповідати? Інна? А я спробую. А ну давай. Вот Інна, да. Так. Мені зачитувати що тут? Еще нам надо найти, ну хорошо, да, хватит достаточно трех. Можно зачитать в конце. Сейчас лучше составить историю, да, ага. Но уже еще придумать, чем все дело завершилось. Все, зрозуміло. Я даже бачу. Отлично. Вы знаете, все ж таки думки у нас ходят. Ой, щось тут втратила колпачок. Добре. Он здесь. Так, з цього, що я маю, мені необхідно придумати історію. Все верно. Так, жив собі невеличкий шуршавчик. Хто ж такий шуршавчик? Це такий невеличке звірятко. А-ля шиншилка. У нього гарненький пухнастий хвостик, у нього гарненькі м'якенькі вушка, і бігав собі шуршавчик, збирав травичку. Жив він в горах, тому що шуршавчики живуть тільки у горах. Жив він там, дружив з маленькими іншими звірятками, бігав від лисички. Ну все як у звичайного шуршавчика, все у побутовому рівні. Аж тут, у горах на північному полюсі, там де проживав шуршавчик, а не просто так, у шуршавчика така гарна шубка, бо там дуже холодно. Жив він собі, жив, і прийшла до нього жаба з колодязя. Забій чесний його звати. Подивіться, шуршавчик і каже, жаба, ну, сили нерівні, тут холодно, гори. У мене лапки пристосовані до гірської поверхні, також у мене шубка є, а в тебе ні лапки не пристосовані, ні холодно, тобі йти собі по-добру, по-здорову додому. Ні, не хочу жаба йти додому, каже, визивай мене на бій. Вийшов шуршавчик, хвостиком так помів, жабу сніжком замів. Вона каже, ні, будемо битися. Він каже, ну добре, лапками побив, лавина на жабу впала. Вона каже, ні, будемо битися. Підійшов шуршавчик, каже, ну що тобі треба? Вона каже, цукерку хочу. Хочу цукерку. Чи знаєш ти, як тяжко людям без цукерки? Дав шуршавчик їй цукерку і каже, давай дружити. Ось так дружба перемогла бій жабою. Потрясающе. Супер, да? Раскрывай нам таємницю. Да, если бы мы еще вот так вот больше нас было бы, да, или так вот еще дальше, а вот что, какой был, и кто там был была. Еще, да, кто мешал, да, и это разные взгляды людей, совершенно не связанные, это, ну, действительно позволяет создавать очень шедевральные истории, да, великолепные сказки. Я заколоть открываю, чтобы шуршавчик, пенечный полюс и жаба с колодезя на бирюзовое. Да-да-да, да, вот, супер, ой, замечательное вообще получилось выступление, поэтому, друзья, да, вот давайте развивать свой интеллект, давайте будем все-таки помнить о том, что время мы можем проводить с пользой однозначно, да, и готовить речи не только такие серьезные, но и тренироваться в таких вот залах. Еще самое интересное, да, вот такая вот маленькая еще совет, когда вы готовите какое-то выступление, тему, да, или что-то, да, хотите раскрыть, вы можете точно так же взять какое-то слово из своей колоды, да, розетка, как я вот с помощью розетки вот добавлю это слово туда, чтобы еще более интересно раскрыть, да, или, да, там три слова, а как эти три слова, и они помогают еще лучше, да, кнопка. Розетка, кнопка, берег, да, вот микроб, самые-самые такие разные слова, они помогают сделать выступление неожиданным, поворот какой-то найти, который так вот обычно, логично, стандартно не пришел бы, поэтому, друзья, это вам в пользу, в помощь. Ми обов'язково собі таких наробимо такі маленькі квадратики і зможемо також тренуватися. Дякуємо наші ранкові гості за такий дійсно практичний урок. І я думаю, що, друзі, дійсно користь цього уроку не тільки в тому, що ви навчитесь імпровізувати, а й гарно зможете проводити час разом із вашими друзями.